Спасибо большое. Всегда встреча с вами очень волнительная. И хочется что-то сказать теплое. И чтобы атмосфера была такая очень дружеская. Я думаю, что нам, наверное, удастся сегодня, потому что когда звучит хорошая музыка, сердца бьются в унисон. Сейчас я хочу исполнить композицию, и эта композиция, наверное, пропитана солнцем, любовью, тоской, ожиданием. Итак, композиция «Капля солнца».
она всегда в душе у каждого, кто хотя бы один раз ее слышал. Я думаю, что достопочтенная публика, вы, уважаемые дорогие зрители, узнаете эту песню. Я думаю, она неотъемлемая часть нашей жизни. И я уверена, что такие красивые песни остаются навсегда с нами. Это музыка нашей жизни. Спасибо. Друзья мои.
политике между народами невозможно разрушить вот это сердечное отношение. Спасибо большое за столь теплый прием наших грузинских песен. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Сейчас я хочу исполнить песню, которая называется «Шлягер моей мамы». Моя мама находится здесь на концерте. Это мамина любимая песня. Поэтому уже приближаются праздники, но наши мамы вечно молодые и красивые. Поэтому я хочу исполнить эту песню, потому что для самого человека красота и молодость не только поколение наших мам, но и для нас это является гимном любви. И миллионы сердец объединяются, любят, тоскуют, ждут, потому что на свете есть такие песни, как «Бесовый мучо». «Шлягер моей мамы» посвящается вам, дорогие наши мамы. Я так не догадаюсь, где позабытые.
обращается. Наша мама. Мамины глаза, которые нас оберегают, охраняют и защищают. Я сама. Мама. Я. Дочь. И каждое исполнение этого произведения для меня является и молитвой, и гимном, и колыбельной. Мамины глаза посвящаются нашим мамам и всем мамам на нашей земле. Нельзя.
Я благодарю Бога. Спасибо большое нашим музыкантам за то, что дарят нам такую музыку. Спасибо вам большое за любовь, за признание. Спасибо. Я думаю, что мама Марина указана минуточку. Я думаю, что это уникальный, единственный случай. Я хочу, чтобы мама попросить, чтобы мы спели один дуэт вам, пожалуйста. Полнейший экспромт. Спасибо. Мы просто из любви говорили.
Называется она «Гитара и скрипка». Посвящается великому Владимиру Высоцкому и его любви всей жизни Марине Влади. Гитара и скрипка. Снова нет моей душе покоя. Все вокруг тоскливо и убого. И гитара без него не стоит. Ей без этих песен одиноко. Ах, как одиноко.
характер из поведения. Эти музыкальные истории все из жизни, поэтому я не могу не исполнить песню, которая называется «Ностальгия». Сейчас гастролируя и путешествуя по всему миру, мы встречаем своих друзей, мы вспоминаем детство. Ностальгия — это такое чувство, которое, наверное, понятно и близко каждому из нас. И поэтому песня «Найдена древа» на стихи Александра Львова звучит почти всегда в наших концертах. Ностальгия. Пламя свечи догорает, гаснет в ночи. В доме пустом мы как тени бродим вдвоем. Ты не спеши, может, нам не стоит в тиши память будить и сны наши юной весны. Письма твои прилетают, как журавли. Сердце стучит и с тобой без слова говорит. Просит верни мелодию той первой любви. Ты себя на свете.
Спасибо. Спасибо большое. Сейчас последует, наверное, этот цикл песен, который входит, является сокровищницей всемирной музыки, и соприкосновение с такой музыкой всегда приносит счастье. И публике, вам, дорогие, любимые зрители, и, конечно, нам, исполнителям, певцам, музыкантам, потому что это музыка, это то, во имя чего, наверное, мы живем, во имя любви, красоты, добра. И сейчас Джерри Бок, первая ария из мюзикла «Скрипач на крыше». Эта ария называется «Sunrise, Sunset». Рассвет, закат. Это жизнь. So beautiful. When did he grow?
Замечательных, блестящих наших музыкантов. Итак, Пата Андриадзе, фортепиано. Ираклий Меташашвили, клавишный синтезатор. Нодар Эктюмишвили, бас-гитара. Спасибо вам.
подарила мне великую встречу в моей жизни, в творческой жизни, маэстро Мишеля Леграна и все эти песни. В них наша жизнь, в них мы слышим, видим себя. Эти песни нам помогают жить, нам помогают пережить. И в них такая чудесная, неописуемая красота. Я думаю, что там, где человек и слова бессильны, поэтому появляется эта музыка и маэстро Мишель Легран. Шербурские зонтики.
называется «Я тебя искала повсюду». Жили шаши пахту. Эта песня посвящается всем проблемам. Композиция «Моя любимая Эдит Пиаф», приношение Эдит Пиаф
и этот гимн любви. Спасибо, с наступающим праздником. Чтобы у нас в душе всегда звучала эта музыка. Je vois un rose. Il me dira mon amour. Il s'en fait tous les jours. Il s'en fait des choses. Il est tombé dans mon cœur une réponse de bonheur. Et je connais la cause. Thank you.
toujours ennemi. Cet homme rêve d'aujourd'hui. Il vient de se voir que je viens. Il n'est pas sa vie, le musicien. Un jour, cet homme rêve de toi. Sa voix, je vous le dis trois fois. Mais si ma paix, la parole, elle parle toujours à moi. Bye.
жизнь. Эта песня, я начинала свой путь на большой сцене. И сегодня я посвящаю эту песню великим нашим артистам. Я кричу вслед Аркадию Райкину: «Виват, король!» Прощай, король, прощай, прощай, король. Теперь